что, в прямую заходишь? Не дай поговорить. Ну, давай, пожалуйста. Давай. Ну что, что? А хочется сказать всем привет, вот, особенно с девчонок, поздравить с 8 марта, с этим прекрасным весенним женским днем. Шикарно. Что, да, как твое лицо. Как моя борода, друзья. Я не знаю, откуда этот человек появился, но он... Это дагестанец. Вот, девчонки, всех с 8 марта, пусть на ваших лицах будут только улыбки. Если у вас есть парни-негодяи, пусть они идут стороной, потому что в сегодняшний день вы должны только улыбаться и должны проснуться с улыбкой, жить с улыбкой, быть самыми счастливыми женщинами, девушками, девчонками, девчулечками на свете. Вот так. Молодец. А я, в свою очередь, хочу поздравить, конечно же, всех армянских женщин и, в общем, все человечество, которое женщин с бородой. Вот. Брейтесь и удивляйте своих мужчин. Ребят, ну Танюшке праздник, она спит. Я думаю, сегодня часов до 9 вечера она точно подремает. Может, она вообще будет спать все 3 дня. Она мне любит спать. Правильно. Так, ну что, собрались мы тут не просто так. Вот, я обещал, что проводим 15 пар женских кроссовок вместе с Дмитрием Солдатовым. Ну, Виталик тут тоже, короче, подписался. Навязался, скажем так. Ну, чтобы не забыли, скажем вот. Так. Сейчас что будет? Сейчас будет просто программа, которая высчитает случайным образом те 15 счастливчиков из 20 тысяч комментариев под моим постом. Вот, так что, я думаю, стоит начинать. Я думаю, тут есть люди, которые участвовали в конкурсе, может, и нет. Получается, ведь, значит, они расскажут, что они делают, мне, к человеку не знающему. Смотри, мы запустили конкурс, розыгрыш 15 пар так. Женских кроссовок. Крутых, которые? Да, знаю, что бомбические, даже видео там есть. Ну. Вот, и все желающие могли принять участие. Главное условие – это подписаться на меня, собственно, и подписаться на спонсора. Данного серии. И сейчас, то есть, будет розыгрыш, то есть? Сейчас, вот именно 7 минут. Вот, уже сейчас будет скоро. Вот сейчас, мы сейчас с тобой договорим. А я смогу как? А, женский, ну ладно. Ну, кстати, ребята, если, наверное, они принимали участие, они же могут своим девушкам подарить подарок. Да. То есть, сзади подойти, там, ну, понятно, цветочки. И кроссовки. Потом, у меня на тебя еще кое-что есть. Она такая, что? Ну, как бы, вот кроссовки. Потому что, кстати, кроссовки очень актуальны. Такой, понял? Золотое ожерелье. Цветы, он в шляпе на коне приезжает. Оркестр и кроссовки. Нет, между прочим, актуально, потому что весна уже как бы да. Снимает. Сапоги уже размокли. Да. Как бы в пора обуваться в кроссовки. Правильно. На самом деле, друзья, кроссовки самая удобная обувь, поэтому их должно быть как можно больше в вашем гардеробе. Ну, кому скучно, тому простите, что ж, бывает. Так, почему ты этот комментарий прочитал? Он столько хорошего, вот это именно на этом застрял. Так, кто пишет, что я вру? Никто не врет. Сейчас будет проводиться конкурс, сейчас будет проводиться розыгрыш. Ждут. Вот. Главное, чтобы вы были подписаны на спонсора, потому что проверю лично и буду расстроен, если этого не будет. Вот. Еще раз, девчулечки, те, кто новенький зашел, всех вас с праздником. Вот, ну что? Смотри, там очень торопится, быстрее можно. Ну сейчас, подожди. Конечно, быстрее. Ну, дайте немножечко вот эту паузу. А что у тебя с телефоном? Что у меня с ним? Так, пароль, подожди. Отгадать на пароль. Так, давай, лети на фиктор. Все запущено. А, ребят, ну... Давайте еще 3 минутки поболтаем, потому что не все комментарии еще обработаны. Потому что, чтобы вы не говорили, что мы нечестны, чтобы вы не говорили, что мы плохие. Что такого не было. Ну, давайте тогда поговорим просто о приезде, наверное, Виктора в Санкт-Петербург. Да, друзья, первый раз оказался в Петербурге.
Вот, Виталик посодействовал в этом, выделил на балконе жилплощадь. Небольшую. Таня в парадной спит сейчас. Вот. Как бы, с ребят беру деньги большие, естественно. Как бы люди богатые, потому что с проекта, скажем так. Там все миллионеры. Вот. Поэтому могу себе как бы позволить. А по сценарию ты нас пустил или? Мне позвонили, получается, продюсеры. Редактора. Да, редактора. Ну, вот. Нет, там нет редакторов, там есть ведущие. Там ведущие мне позвонили. Вот. И по сценарию именно все сказали, чтобы вы приехали, чтобы я с вами сейчас сидел, чтобы я вот сейчас чай вот этот взял, тоже в сценарии было прописано. Uh-huh. Ну, как бы, и вот это вся история. Так, ну что, я готов? Готов. Да, так. Я готов. Хочу кроссы. Что? Давайте. Друзья, самый волнительный момент, даже я вам. Момент «Хочу кроссы» начинается. Так, ну что? Так, где мой палец? Вот он, палец. Так, ну что, начинаем. Стартовый момент. Там поздравляем Ксю Вейв. Ксюша, ты становишься первой обладательницей женских кроссовок. Я тебя поздравляю. Ксю Вейв, принимай. Бум. Человек номер два. Елена Сазанова. Тебя с котятами тоже поздравляем. Виталик, ты поздравляешь? Елена Сазанова, именно 03, нижнее подчеркивание, 24. Поздравляем. Поздравили. Только с какими котятами? А вон, видишь, котята там сидят. Я на котята смотрел. Так, Мама Мия С. Лови. Мама Мия, какие кроссовки. А ты считаешь сколько? Это 4. Пам. Юлия Викторова, держи, ты становишься пятой обладательницей прекрасных женских кроссовок. Так, хочу сказать сразу, то, что кроссовочки вам прилетят с доставкой, никуда ехать не надо, вам все сделают, все отправят. Вы будете самыми счастливыми на свете женщинами. Так что, друзья, если вы друзья друзей, кому прилетает, тоже сообщайте. Так, Алена, точка 12, поздравляем тебя, ты становишься... Ой, нет подписки, ёперный балет. Что это значит? А это значит пролетает. Аленочка, ну вот, надо было подписаться. Так, так нельзя делать, да. Так, MAF22, подписка оформлена. Молодец, ты становишься 7-й обладательницей. Чпунь. Это хорошо. Поехали дальше. Пуньк. Ульяна Аткаева. Правильно? Актаева. Ты становишься 8-й обладательницей замечательных женских кроссовок. Чпунь. Так, 9-я победительница. Вика Демидова. Нет подписки. Прости, родная. Плохо видно, говорят. Наверное, что плохо. Так, Хельга ОА. Полетела. Ты становишься 9-й обладательницей. Что плохо видно-то? Я не знаю. Ребятушки, ой, да, а так не засвечивает? Да. Так засвечивает. Все видно хорошо. Ну, я могу ближе сделать. Ну, вот так вот. Но вам же будет неудобно, в первую очередь. А так они будут кверх ногами считать. Ну да, не нет. Надо. Нет, друзья, 9 человек уже есть. Идем дальше. Так, В. Коломоец, ты становишься юбилейной, 10-й победительницей. В десяточку попала. Просто в десяточку. Чпунь. Так, кто-то пишет, но если не выиграю, то все равно еду к Димке. Едьте к Димке, он всех рад видеть, всех ждет. Так, ну что, подписка оформлена. Светланка 94, 11-я обладательница. Светулечка, принимай кросс. Света, мы поздравляем тебя. Так, Мария Семенова, 724. Хочешь, получаешь, молодец. Виталий, ты какие кроссовки уже? Это, подожди, была 10-я, потом
либо 11, либо 12. Я прочитал, что телефон разбит. Да, телефон разбит, сорямба, поэтому... Мой телефон, поэтому... Извиняйте. Том 12. Так, 13-я победительница Ира М. Там-тадам. Сама себе аплодисменты поставила. Молодец. Становишься. Вот смотри, Светлана, вы... Вот смотри. Или кто это? Макрота, Светлана, 10-я. Я вы что? Что это такое? Макфото. Неправильно считаете. Подожди, давай немножко стопорнем. Почему неправильно, скажите, пожалуйста. А, ребят, ну у вас же немножко отстает, наверное, чуть-чуть. Да. Ну, может, и неправильно считаем. А как неправильно? Что вам кажется? Две. Ну, две слетели, мы их пропустили. Понятное дело, это так и есть. Ладно, поехали, не будем тормозить. Ну, давай, ладно. Так, Кузьмин Натали, какие клевые кроссы, хочу. Так, ну что же, хочешь, получаешь. На 8 марта, держи, Наталишка. Во, Лянь, спасибо, Дмитрий Солдатов и Литвина Виктор за такой розыгрыш. Желаю вам победы. Анита Стар, ты становишься победителем. Вот написала приятно и получила приятность в ответ. Да. Молодец. И подписано, и красиво написано. Вообще просто молодец. Я даже запилю такой, скажи мне, такой отзыв запилю прям в сторис куда-нибудь. Вот такой вот именно. Да. Ну да, можно, конечно. Так, ну что, Котсуя, не, Котуся, так, на виду, участвуешь и... И побеждаешь. Побеждаешь. Молодец. Как говорили в детстве. Так, друзья, никуда не уходите, мы с вами. Слушай, если я сверну, он свернется, же, правильно? Да. Эфир закроется? Чему? Так, ребятушки. Я не знаю, кто там сказал, что мы плохие щитоводы. Мы перепроверили. Я только что специально зашел во все свои скрины, перепроверил, и как раз ровно 15 человек, 15 победителей получилось. Вот, кто не поверит, я в скором времени выложу видео. Я посчитал скрины, их 15 штук. Все, как я договаривался, 15 победителей, все эти 15 победителей будут выложены. Тай, что у тебя со столом, Виталий? Это у тебя с опорой и поддержкой. Вот, ребятушки, все 15 победителей будут под следующим постом. Вот. Поэтому... Получается, ребят, смотрите, мы проверили все подписки, ну, там, в программе видно было, кто подписан, кто не подписан, кто не был подписан, тот, там, того пропустили, там, по-моему, 2 человека было. Все остальные 15 скринов мы сделали, 15 победителей выявили, под следующим постом будет списочек всех победителей, вот. Ну, да. И, собственно, дальнейшие инструкции. Я думаю, конкурс был честным. Все было, я тут выбран как судья, я смотрел, наблюдал, возможно, если даже Витя мог бы ошибиться, но я через своими глазами все видел, все 15, все честно, идеально, и замечательный конкурс, я считаю, классный. Друзья, кто не выиграл, не расстраивайтесь, потому что такие конкурсы мы будем проводить все чаще и чаще, может быть, я с Танюшей, может быть, я сам, может, мы с Виталиком. Может, я один вообще буду. Может, мы с Виталиком что-нибудь проведем в Питере. Вот, друзья, можете написать что угодно. Лохотрон, не лохотрон, плохие мы, плохо считаем. Всякое возможно. Вот, друзья, но сам факт, что есть 15 человек, которые сегодня стали победителями и обладателями кроссовок. И за это поздравляю. Вот. Поздравляю вас. Вот. Как узнать, кто выиграл? Ребят, следующий пост, под ним все будет. Что еще хочется сказать? Сейчас у Танюши проходит ее первый именной гиф. Вот, смотрите мои истории, смотрите Танин истории, заходите ко мне на страничку, к ней на страничку. Вот, у нее все видно, она разыгрывает замечательные бьюти-боксы, а также денежные призы. Поэтому заходите к ней на страничку, есть там у нее отдельная страничка Blackground дарит, там, где она раздаривает, скажем так, эти подарочки. Поэтому заходите, участвуйте, там... Подарков будет побольше, вот, поэтому я вам желаю удачи дальше, чтобы вы дальше участвовали, чтобы вы улыбались, были счастливы, вот все. Созмата, девчат.
Вот, я думаю, на этом можно закончить. Пожелать вам всем хорошего 8 марта. Радуйте своих женщин. Делайте их счастливее, потому что если же ваша женщина будет улыбаться, то она никогда вам не будет выносить мозг, и вы будете счастливы. Если ваша женщина будет улыбаться, то и наша женщина тоже будет улыбаться, видите? Вот так, да. Это главное. Все. Всем пока. Виталик, не сопи. 9-9, малышка 9-9. С 8 марта просила поздравить. Виталик, не сопи, ну вот ты мне сказал. Тут написали. Ну хорошо, сопеть больше не буду. С 8 марта. Сопу.